Вот смотрите, дорогие мои друзья. Я, конечно, не замеряла, но, по-моему, метров 500-600 фонтан есть. Вот здесь можно вот так изображать этих, не знаю кого, гусей или лебедей. До конца понтона. Ну да, родителям тут было бы очень некомфортно. Отец бы сходил один раз, искупался, а потом бы сказал, куда вы меня притащили, я хочу в мой родной Хилтон без всяких понтонов. Это озеро. Я на Каспии была один раз за всю свою жизнь. Даже купалась в сентябре. Но здесь ощущение моря есть. Короче, я шар никогда не применяю на Хургаду. В Хургаду я прилетела просто потому, что мне нужно